Весенние платья, интересные образы, авторские коллекции. Это не Парижская неделя моды, а фестиваль российских дизайнеров «Хрустальная матрешка» в поселке Горки-10. В нашем Одинцовском городском округе еще не было подобных событий, а мне очень хотелось, чтобы он расцвел всеми красками. А кто у нас раскрашивает красками эту жизнь? Девушка, женщина, девочка в красивых платьях, в красивых нарядах. Елизавета около года обучается в школе юного дизайнера. На показе вместе с девочками из своей группы представили авторские костюмы в стиле «Веселый Роджер». В свои 8 лет участница фестиваля уже точно знает, кем хочет стать. Я хочу уметь быть моделью, хоть я уже была и пробовала. Я много ездила на показы, но вот первый мой был в жизни показ – это Hello Kitty. Талисманом фестиваля стала русская матрешка, символизирующая семейные ценности. Это не случайно. Многие приехали на показ с семьями, пройти по подиуму смогли и взрослые, и дети. В программу вошло 9 модных дефиле, очень ярких и разных. Тематика вообще абсолютно разная. У нас представлены абсолютно все материалы. Там и синтетические, и натуральные меха. И вообще все представлено. Тематика будущего. Просто наша коллекция – это олицетворение будущей моды. Раскрыть талантливых дизайнеров и дать им возможность показать себя – главная задача фестиваля. Организаторы уверены, что в следующем году «Хрустальная матрешка» соберет еще больше ценителей моды. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».